И всем привет, мы продолжаем играть в Данганронпу 2. Что еще можно сказать по этому поводу? Кажется, я знаю, что нас ожидает в этой серии в ближайшее время, по крайней мере, я надеюсь. Надеюсь, что я знаю. Соня. Никого больше здесь нет. Акане и Фуюхика. Фуюхика, да, наконец-то он появился на превью. Я думаю, можно дальше немного оставить его в покое, правильно? Надеюсь, он рад. Так, стоит с ними говорить? Хороший вопрос. Ладно, Акане. Я возьму часть работы на Никомару на себя. Я довольно уверен в своей силе. До тех пор, пока никто не схватит мой хвост, не будет никаких проблем. У тебя есть хвост? Очевидно, шучу. Вау, Хаджиме отправляется в самый низ списка самых умных здесь. Раз он не понял Акана, очевидно. Не думай о таких вещах, типа, если ты хочешь увидеть хвост, у меня он есть. Если ты схватишь его, он станет еще более сильным. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это ужасная шутка. Это даже еще хуже, чем шутка от старика. Я уже пожалел, что поговорил с ней. На самом деле про какие-то хвосты она говорит. Куда мы собрались? Кто-то помнит? Куда мы собрались, кстати? В отель мы возвращаемся. Ладно. Я не уверен, зачем идем в отель. Типа обговорить все наши... наверное, план наш обсудить. Невероятный план по поимке Нагито. Не знаю, будет ли он успешным или нет. Причем... План схватить Нагито, а? Акана выглядела довольно уверенно. Но она будет в порядке. Я имею в виду, она ведь сильная, но Нагито, знаешь, непредсказуемый. мягко говоря. Ты права, но... Не знаю, как еще мы его должны схватить. Я даже не знаю, если это правильное... Если это будет правильно делать... Мы уже собираемся план выполнять или только обсуждать его будем? Я что-то так подумал. Они собрались здесь вместе, все вместе. Если Никомару был бы все еще здесь, позволил бы он Акан это сделать? На самом деле он, наверное, бы возбудился от нашего плана захватить его вместе с ней. Знаешь, он ведь схватил его раньше, однажды. И Казуичи тоже помог ему в тот раз. Да, Казуичи молодец. Казуичи с самого начала, на самом деле, был просто мегамозгом, и у него постоянно правильные вещи на уме были. Мы его просто не замечали. К сожалению. Бедный Казуичи. Теперь Соня его просто гнобит. Бесконечно, мне его жаль даже теперь. Кажется, что Гандам и... Никомару отчитывают нас за то, что мы совсем не выросли. Возможно. Так, да, дальше... Казуичи наверх вроде бы остался. Из всех. У нас так мало уже осталось. Это все люди, кто есть. Или я что-то не понимаю. Не понял. Что-то я не пойму, мне... Почему у меня возникли трудности с этим? А мне нужно домой идти? Казуичи у себя дома вообще? Чё я тут делаю, Соня, а? Чё я тут делаю? Мне нужно идти к себе домой? Кстати, где Казуичи?
Выходи из сода. Где он есть? Вон он. Казуичи, это коттедж Казуичи, у меня нет здесь никаких дел прямо сейчас. Мы идем домой, видимо. Я не знаю зачем. Я думал, мы уже какими-то делами заниматься будем, может. Кстати, посмотрите. Вот на эти ступеньки справа. На эту панель. Или мы просто спать собираемся? Я думал, мы какой-то план будем делать. Видимо, я поспешил с выводами. Я вот не уверен, вот это... Мы собрали уже 5 ступенек и... Ну, по-моему, есть 6-я глава еще, поэтому... Я уверен, что 6-я глава есть. Не знаю, спойлер ли это, не спойлер, но... Да. Видимо, на 5-й главе явно не закончится. Потому что не чувствуется еще, что конец это приближается. Хотя, кто знает. Кто знает вообще, что в этой главе случится, я не знаю. Я лично не знаю. Не знаю, знаете ли вы, наверное, да. Поэтому я думаю, будут ли еще мишки сверху? Типа на последней ступеньке или на последней ступеньке нет, я не знаю. И в четвертом мы так мало собрали, жаль. Еще осталось у нас последнее в этой главе, ну ладно. Не то чтобы это важно было. По какой-то причине я чувствую себя сегодня очень усталым. Ну так как я сегодня ходил весь день, я смог получить некоторые улики. Но в то же время я не совсем уверен, можно ли их назвать уликами. Вместо этого я чувствовал, что мы лишь просто страдаем из-за больших загадок, которые не имеют смысла. Да, ничего на этом острове уже не имеет смысла. С этим я соглашусь. Это нехорошо. В том времени, когда наступит ночное время, я не смогу думать о этих всех... Не смогу перестать думать об этих всех пессимистичных вещах. Может быть, это просто моя плохая привычка. Я должен пойти спать на сегодня. Отдохнуть. Дать моим мыслям отдохнуть. Затем я еще больше об этом подумаю завтра. Театром, да-да. Театр Монокумы, конечно же. Здравствуй, Монокума. Слова очень опасны. В отличие от букв, слова не могут быть стерты с ластиком или бэкспейсом. Поэтому вам нужно быть очень осторожным. То же самое относится и ко мне. Раньше было время, когда у меня было много проблем из-за этого. Верно, это было, когда я был... меня тренировали в сафари-парке. Угу. Что-то я сомневаюсь, что он был в сафари-парке. Ну, окей. Это театр Монокуми, он здесь хозяин, поэтому... Я не могу жаловаться. В то время были 2 животных в парке, с которыми я подружился. Угу. Один был белкой по имени сэр или сеньор, наверное, Дитрих. И другой был лисом. По имени Чача младший. Джуниор. Старший-младший. По правде говоря, Чача был очень глупым. Если сотрудник женщины пыталась серьезно поговорить с ним, он просто пялился на ее грудь все время. Поэтому Дитрих дал ему приказ украсть трусы. И этот идиот стал очень счастлив, когда он обменял свои трусы на пару старых трусов Дитриха. А также еще в этот раз 3 из нас пошли в дом со стейками и... И официант спросил, как бы вы хотели, чтобы мы их это приготовили? Чача уверенно сказал, с огнем.
Дитрих был довольно умелым, так что он знал, как обыграть Чачу. Он заставил Чачу украсть Фавна и утопил его. Тогда он спас его, утопив самого Фавна. И он заставил Чачу сказать это об этом всем. Блин, он правда делает всякие темные делишки. В любом случае, трое нас хорошо ладили друг с другом. Мы жили веселой жизнью в сафари-парке. Это верно. До тех пор, до того дня, как я сказал эти слова. Я внезапно сказал это Чаче. Лисы это... естественные враги белок. На следующий день я обнаружил то, что осталось от Дитриха. Его съели. Хорошо, что я моментально разболтал мужскому сотруднику так, чтобы он... это, чтобы он смог убить Чачу с охотничьим ружьем. Даже теперь я сожалею о том, что сказала в тот раз. Господи, белкам тяжело жить. У них столько естественных врагов. А, что я сейчас прочитал? Что я сейчас просто прочитал? Надеюсь, вам понравилась эта история. Лично мне, как вы могли понять... замечательно, просто очень понравилось. Кто просто придумал эти театры? Я не знаю. Покажите мне его просто, кто придумал их. Может, у них какой-то скрытый смысл есть, может, нет. Я не знаю. Белки и лисы. Очень замечательная история, познавательная. Надеюсь, теперь вы усвоили, что белки... у белок много врагов, и одни из них — лисы. Я уверен, что все уже начали собираться. Пока что мне нужно отправиться в ресторан. Отчаяние. Просто... после каждого театра все больше отчаяния у меня появляется. Серьезно. Не знаю, как это еще описать просто. Я спрашиваю, зачем я живу? Чтобы читать театр Монокумы и... да. Это все. Зачем я живу? Ну, Чайки постоянно здесь. Ну, неудивительно, она здесь постоянно в эти играет автоматы. И спит, конечно же. Эй, Чайки. Эй, Чайки. Я не спала. Ты спала? Точно не спала? Я играла в игру. Ты спала, пока играла в игру? Всегда есть время поиграть. Это не имеет смысла. В любом случае, ты выглядишь более усталой, чем обычно. Как он различает, интересно? Я лично не могу различить. Более она уставшая или нет. Прошлой ночью у меня был странный сон, из-за которого я проснулась посреди ночи. Может, поэтому? Что за сон, интересно? Чайки, поделишься с нами? Странный сон? Это была игра в пазл Монокумы. Это была одна из таких, из тех, которые... игр, в которых падали плитки, где ты должен был... заставить падающих Монокумы исчезать, создавая цепь. Но не важно, сколько я играла, я не могла пройти ее. Монокумы падали бесконечно. Почему у меня был такой сон? Это, наверное, потому что мы увидели завод, где этих монокум производили. Интересно. Блин, я так и не понял, что это за игра такая была. Создавать цепь. Падали падающие плитки. Хм.
Блин, а это я такой игры не знаю, по-моему. Или я просто не понимаю, как обычно. Отель-ресторан. Интересно, что Нагита здесь нет. И... Ох, ему даже не интересно, что он... Что мы тут делаем. Он даже ничего не подозревает, или может... непонятно. Эй, Хаджи, смотри, я уже ем. Поздравляю. Приз за поедание еды можно тебе отдать будет. Аканы. Как обычно, ты много ешь. Ну, мы можем снова быть заперты вместе, типа, дома веселья. Так что я должна есть, пока могу. Ну, окей, как скажешь. Логично. Хорошо ешь. И сри. Хорошо. Без этой функции, конечно, Минимару не обошелся. Окей, теперь, когда мы закончили наш завтрак, давайте перейдем к главному, главной теме. Я все еще ем здесь. Я только пришел сюда, я еще не смог... У меня не было шанса поесть еще. Все нормально, я уже почти закончил есть. Казуич, ты эгоистичный довольно сегодня. Ты мелкий эгоистичный. И, конечно, наша главная тема это об... плане захватить Нагиту, который мы должны исполнить сегодня. Сегодня уже? Я думал... Я говорил, что знаю, что мы... Чем будем заниматься в этой серии, но, видимо, нет. Видимо, мы этим не будем заниматься, к сожалению. Странно. Я думал, что нам дадут хотя бы время на фритаймы. Хотя бы на один или на два. А, ты правда собираешься сделать это? Конечно, я провел всю ночь, я придумываю этот план. Это значит, что я не спал целых два дня подряд. Не думаешь ли ты, что мои усилия должны были... считаться? Ой, Кура! Мы поняли уже. Поторопись и расскажи нам свой план уже. Ну, я придумал несколько планов. Вау, несколько планов, окей. Он, видимо, серьезно решил подойти к этому. Ну, молодец. Я придумал, что... Но в конце концов, я понял, что прямолинейный план будет самым лучшим. Один из нас будет приманкой, который выманит Нагита в лобби. Сказав ему, что нам нужно поговорить там. Окей. Вроде бы, и правда, прямолинейно, довольно-таки и просто. Затем самый подходящий момент. Двое в оперативной группе будут двигаться и быстро схватят Нагита. В этом план, что вы думаете? Не знаю, купится ли на это Нагита, я вот думаю. Мне кажется, учитывая, с кем мы имеем дело, можно было что-то поумнее придумать. Не знаю, я не уверен в этом плане на самом деле. Не уверен я совсем. И легко понять, и так что я не против. В любом случае, остались ли бананы? Я знаю про один банан. Так что сейчас я представлю вам ваши роли. Так как это мой план, я возьму роль командира. Я не позволю никому... Не позволю никому возразить этому. Не. Но командир звучит как самая веселая роль. Ура! Эй, разве только что не сказал, что никому не позволю возражать? Да, зе? Затем я представлю двоих в оперативной группе. Эти большие роли остаются вам, Фуихика и Акана.
Надеюсь, он не думает, что я буду приманкой. Хотя, если я буду приманкой, я не уверен, может быть. Хотя, это бы сработало главу назад, но сейчас я уже не уверен. Купится ли он на такую приманку, как Хаджиме? Да, хорошо. Нет выбора. И человек, на котором лежит главная часть плана, приманка, которая выманет Нагита. Я дам эту роль Чиаки, окей. Чиаки. Чиаки. А? Ни за что. Что ты сказала? Ну, так внезапно. В смысле, я никогда не говорила, что соглашалась на этот план. Ой-ой. Все будет нормально. Не то чтобы ты собираешься. Ты будешь связывать его. Тебе просто надо выманить его. Ну, Чайка, конечно, тоже не. Не знаю. Я, конечно, доверяю ей и все такое, но она не очень выглядит убедительной. Она подойдет к Нагите. Тем более, где мы вообще искать его будем? Вот хороший вопрос, я думаю. Где мы будем искать его? А кроме этого, я не могу просто дать Мисоне такую опасную роль, понимаешь? Казучи, хватит уже, прекрати. Соня уже все, конец, хватит. Брейк, я не знаю. А, серьезно, по-моему, он уже отрицает просто реальность. Он не хочет просто верить. Так что, пожалуйста, я умоляю тебя. Даже Соня так не умолял. Какой грубый способ просить помощи. Если бы Махеру была здесь, она бы точно побила тебя. Еще Махеру вспоминаем. Я Махеру, наверное, уже не говорил это имя. Сколько серий? Серии 50, наверное. Сколько это было дней назад? Ужас. Время летит просто только так. В смысле, ты ведь сказал ранее, что ты определенно допустишь убийство. Разве не так? Мне нужна твоя помощь остановить еще одно убийство. Я разве не сказал, что умоляю тебя? Почему ты так кричишь внезапно? Ладно. Не очень уверенно. Я не знаю, как ты. Я сомневаюсь, нехорошее у меня чувство насчет этого плана. Не знаю, что-то явно пойдет не так. Должно что-то пойти не так. Я не думаю, что мы просто схватим Нагиты и на этом все закончится, потому что это было бы слишком легко. Если бы мы хотели просто этот план сделать, мы бы схватили его именно еще тогда на пятом острове, на последнем. И типа никаких проблем вообще не было бы. Но. Да, нам нужно было потратить целый день на еще один план. И. Да, не знаю. Надо было действовать сразу, а не вот сейчас уже. Ну, окей. Посмотрим, что будет дальше. Эй, у Сони и меня еще не было ролей. Что нам делать? У Сони роль принцессы? Угу. Это не имеет смысла. И на тебе роль... На тебе... Роль для случайных работ. Мне нужно, чтобы ты собрал веревку, с которой нам нужно связать Нагита. Отрицаю. А? Почему? Если Хаджима ничего не будет делать, тогда он должен сопроводить меня. Соня-сан? Нет, как я и сказал, ему нужно забрать веревку. Это не просьба, это приказ. Приказ, я говорю тебе. Есть кое-куда, есть место, куда мне нужно сходить. Куда должна пойти. Ладно, если Хаджиме из Миссония без дела, тогда все нормально. Хорошо, повтори это. Соня, хватит, я не понимаю. Я не понимаю. Она может серьезно не понимать, что она говорит, что она... Что она перегибает палку уже, или... Я не знаю.
Или ей правда, ей правда доставляет вот так издеваться на Казуичи. Бедный парень, серьезно. Да-да. Возразить так яростно. Куда тебе нужно идти, Соня? И почему я не хочу с ней идти? Теперь я не хочу с ней идти. Я должна сказать тебе со временем. Нас обнаружат, если я буду говорить слишком громко. Обнаружат. Ты будешь одна с Хаджимой в секретном месте? Ага, пока что... Мы выполним наш план сегодня ночью. Все вы убедитесь, что приготовите свои тела и мысли. Наш командир будет в порядке. Кажется, что его энергия упала довольно сильно. Давай сейчас разойдемся. Теперь же, пожалуйста, приди в отель, лобби отеля через 30 минут. Окей, Соня, как скажешь. Ладно. Окей, куда-то мы собираемся с Соней идти, непонятно куда. Вау, надеюсь, это не будет план убийства ее внезапный. Потому что я уже не удивлюсь. После нашей встречи планирования я быстро закончил свой завтрак. К тому времени, когда я вернулся в свой коттедж, уже было время, когда я согласился встретиться с Соней. Полчаса уже прошло, окей. Пора выдвигаться. А куда мне надо было прийти? А, в отель, да, точно. Только что сказали, я уже забыл, да. Окей. Так. Ну что ж, Казуичи Монами. Чем тут забыла Акана? Здравствуй, Акана. Здравствуй, питомец. Отчаяние заполняет его. Ну что, это не важно. Мы уже приближаемся к концу, поэтому... Вы не можете, ваш учитель не позволит этот план. Да ты что? Кто тебя будет спрашивать, Монами? Кто тебя будет спрашивать? Это единственный наш план, который реально может сработать в теории. И который довольно... Неплохой план, в принципе. И давно пора было это сделать, на самом деле. Хаджими, ты опоздал? А? Я вовремя? Подожди, я должен был пройти немного раньше? Немного раньше? В моей стране ты серьезно наказан, если ты не прибываешь за 13 минут до назначенного времени, Соня. Соня. Ее все тяжелее и тяжелее просто... все тяжелее и тяжелее она... Все меньше и меньше она не начинает нравиться. Она делает все гораздо тяжелее своими словами, своими действиями. Я думал, Акана плоха, но... Соня, не знаю. Ты такой строгой стороны. Это довольно произвольное правило. А, понятно, так это культурный шок. Тогда на это можно проглядеть. Ты вот собираешься идти. Мне тоже нужно идти с тобой, верно? Конечно, это место относится к этой находке, которую мы сделали вчера. План разработки острова Бармаглот. Ты нашла что-то об этом? Как бы мне это сказать? После прочтения этого документа снова и снова я внезапно поняла. Фонд будущего планировал перестроить завод на этом острове, чтобы использовать его как свой главный штаб. Ты говоришь о большом административном здании на центре острова, верно? Но я не мог найти такое здание нигде. Может, они сказали что-то о другом острове? Или если их планы внезапно изменились, и им нужно было использовать другое здание, другой завод. Другой завод? Или скорее объектом, не завод. А был...
Разве не было на этом острове другого объекта с символами фонда... О, фонда будущего. Так они... Кстати, мы... Сколько времени тоже прошло с этого момента? Было же здание это... Огромное здание, похожее на школу, типа, с такой круглым входом. Я уже про него забыл совсем. Ну, неудивительно, сколько времени прошло. Да, кстати, мы это издание еще никогда не исследовали. Насколько я помню, древний руин на втором острове, там был похожий символ на двери. Да, ты права. Японские слова... Слово «будущее», «мирай», было написано там. В таком случае... Эти руины могут быть связаны с фоном будущего, верно? Блин, а может мы сможем в этой главе открыть его? Было бы интересно посмотреть, что там внутри. Ну, по идее, это ведь должна быть школа-то, верно? Которая была в первой части. Мне кажется, это она. Не знаю, почему-то. Она, говорят, очень похожа, но я уверен, что это именно она, потому что странно было бы. Точно такое же здание, просто на каком-то острове. По крайней мере, я надеюсь, что это она была, та школа будет, это было бы интересно. Несоответствие в документах странное. Но нет сомнений, что эти руины довольно подозрительные. Да, мягко говоря, ты права. С самого начала, по-моему, это было понятно. Тем более с таким входом интересным, необычным. Я совершенно забыл об этом после того, как нас заперли в доме веселья, но... Возможность того, что древние руины связаны с фоном будущего, невероятно большая. Я знал, что это было странно об этом, с этим местом. Ну окей. Только что она именно там нашла, я не уверен. Что она может найти там? Что она хочет нам показать, или... Типа, да, здание как-то связано с фондом будущего, но... Может, там еще что-то есть? Может, она какую-то подсказку нашла? Соня, после того, как я услышал это, я... Хочу пойти туда так же сильно, как и ты. Я определенно пойду с тобой. Тогда... Я, может, не очень компетентна, так что, пожалуйста, будь... Терпелив со мной. Угу. Тяжело, Соня, тяжело, знаешь ли. Тяжело с тобой быть терпеливым. Может, если ты ничего не говорила бы. О, с Чаки. Чиаки. Эй, что именно Казуичи будет делать как командир? Хороший вопрос, как мне знать. В играх командиры обычно используют флаги. Флаги? Если ты одолеешь командира, неважно, как много у них было союзников, ты все равно получишь победу. Даже нанеся командиру достаточно урона, чтобы понизить мораль оппонента. До сих пор, пока план идет, это довольно стандартная тактика. Замечательно. У этого плана есть мое одобрение. Продолжай выбирать целью командира. Ты совершенно перепутаешь, с кем сражаться. Какой смысл делать целью Казуичи? Ты прав. Как стыдно. Стыдно? Если Казуичи услышал бы это, он бы... Не знаю почему, но я сейчас начинаю чувствовать... К сожалению, для... к этому парню. В общем, Казуичи бы расстроился. Если бы услышал это... Вы поняли. Давай поторопимся на второй остров. Побыстрее. Блин, она нас преследует? Мы же вместе вроде бы шли. Она почему-то... Отдельно идет от нас. Так, интересно, что она нашла на втором острове? Что же она нашла, точнее, у руин этих? Да-да, я иду. Так она справа была вроде бы, надеюсь. А вон они.
Ну что ж, древние руины, время настало. Время настало открыть вас, надеюсь. Неважно, как много раз я вижу это место. Оно определенно вызывает у меня мурашки. Но нам не нужно углубляться в это. После всего мы ищем здесь улики. Верно, нет сомнений, что мы найдем что-нибудь здесь. Ладно, давай начнем. Ну, что мы ищем здесь конкретно? Давайте посмотрим снова вход поближе. Дверь. Теперь, когда я смотрю ближе на нее, дверь кажется еще страннее. Для такого заброшенного здания эта дверь выглядит довольно высокотехнологичной. Будущее, а? И еще дальше? Пароль. Точнее, панель. Которую, наверное, пароль нужно ввести. Жидкокристаллический дисплей рядом с дверью. Но это, наверное, оно. Да еще бы знать пароль, наверное. Это, наверное, ключ. Вау, да ты прям гений, Хаджими. Дверь, наверное, откроется, если мы ведем правильный номер. Мы обсуждали это ранее также, но было бы опасно. Проверять это безрассудно. Если мы сделаем ошибку, возможно, что это. Нас расстреляют этим оружием. Как оно еще подключено, интересно. Хотя. Не думаю, что это важно. Я не могу придумать ни одной другой причины, по которой должно быть здесь это оружие быть. До тех пор, пока это возможность, это было бы плохо действовать бездумно. Верно. Мужество и бездумность это совершенно разные. Если тебя выстрелят с таким оружием, у тебя было бы больше дыр, чем в гнезде Беатрис. Беатрис? Ты имеешь в виду в пчелином гнезде? В моей стране мы используем выражение гнезде Беатрис. Да, я не думаю, я не хочу спрашивать, что это такое даже. Кто такая Беатрис, наверное. Не хочу спрашивать, что такая Беатрис, да. Интересное выражение у вас. Интересная страна у вас. И интересные люди, интересное все, наверное. Все вообще там интересно, я не сомневаюсь. В любом случае, прямо сейчас нам определенно не стоит проверять это так бездумно. Для того, чтобы открыть эту дверь, мы должны сначала найти пароль. Или уничтожить дверь какой-то взрывной силой. Нет, это невозможно. Эта дверь выглядит довольно крепкой. Определенно будет лучше, если мы найдем пароль вместо этого. Только где есть... А может, кстати... А что если Нагита знает пароль? Может он там прячется? Мы его нигде не видели, поэтому... Может, он правда как-то пароль узнал? Не знаю. Ладно, все, что нужно сделать дальше, это найти пароль. Пароль, хорошо сказано. Хорошая мысль. Это хорошая вещь, что мы пришли сюда. Что, по крайней мере, мы смогли узнать это. Ты прав. Но проблема в том, где мы получим этот пароль. Там мы сначала первый раз сюда пришли, даже Монокума и Монами сказали, что они не знают пароля. Ну, не знаю, стоит ли им верить вообще. Если они правда не знают, как мы должны узнать? Как обычно, это загадка, а? Когда мы закончили наше расследование древних руин, Соня и я решили вернуться в наши коттеджи пока что. Ему сейчас будет свободное время? Все еще середина дня. Кажется, что у меня есть какое-то свободное время. Теперь же, что мне делать? Блин, ну окей. Получается, уже в следующий раз, не в этот раз, а в следующий раз мы попробуем с кем-то провести свободное время.
И у меня парочка идей есть, но я не уверен. Пятая глава уже, между прочим, пятая глава. Нам нужно кого-то выбирать и добивать, потому что если мы никого не добьем, если мы будем с кем-то по очереди делать фритаймы, проводить их, кажется мне, что у нас, возможно, времени не хватит, если шестая глава будет нормально, потому что шестая глава может быть как в прошлый раз, непонятно чем. И у нас вообще не будет свободного времени. Поэтому, блин, я боюсь. Боюсь за наше свободное время, за наши фритаймы. Поэтому надо будет за пару дней решить, с кем же нам проводить свободное время. А пока что спасибо большое за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, всем понравилось это видео. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем до скорой встречи и пока.